Так или иначе, в Киеве сегодня есть 11 пляжей, 14 зон отдыха. Это достаточно. Они есть в каждом районе, кроме Шевченковского и Печерского сегодня. Безусловно, нужно стремиться к тому, чтобы полноценный пляж был в каждом районе. Но нужно осознать, что это сфера рекреации, которая дотируется из городского бюджета. Соответственно, расходы на нее не могут быть маленькими. Мы будем стремиться к тому, что зоны отдыха постепенно будут получать статус пляжа. Это значит, что они будут инженерно лучше подготовлены, электрифицированы и подключены к водопроводу и канализации, обеспечены спасательными медпунктами и всем необходимым персоналом хозяйственным. Здесь есть над чем работать, но так или иначе, зон отдыха в Киеве уже сегодня немало, и главная задача – обслуживать их качественно, надлежащим образом. Второй вопрос – экология. Мы упираемся в две проблемы. Первая – Днепр все-таки начинается не в столице, и есть фактор цветения воды, цветения Киевского моря. В зависимости от температурного режима в конце июля, начале августа вода начинает цвести. Как только ежедневный сброс приводит к тому, что санитарно-эпидемиологические показатели не выдерживаются, наша главная задача сообщить киевлянам, что купаться нельзя временно, либо постоянно. Но это биология, изменить мы не можем. Можно совершенствовать очистные, но цветение воды остановить мы не можем. Другой вопрос, что отдельно взятые водоемы мы можем стараться содержать качественно, с точки зрения как бы, купания, весь сезон. Вот это тот самый голубой флаг ЮНЕСКО, к которому нужно стремиться. Да, он выдается, по-моему, только океанским и морским пляжам, но в Киеве вполне реально сделать минимум 1-2 таких муниципальных пляжа на водоемах, которые потенциально можно содержать доступными для купания на протяжении всего лета. Наиболее реалистично это можно сделать на Пуще Водице, на Министерке, на тех водоемах, которые не зависят, ну, не на днепровских водоемах, в которых есть качественная проточная вода и есть ключи, которые способствуют водообмену. Еще.